Привет всем! Рад видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами об охране объектов культурного наследия. Друзья, внимание на экран. Памятники истории выступают активным фактором формирования того социокультурного пространства, в котором живет человек, где определяются его идеалы, духовные потребности, ценностные ориентации. Бережное отношение к памятникам служит показателем духовного здоровья общества, способного разумно, критически и вместе с тем и уважительно, с достоинством относиться к прошлому, его достижениям или трагическим ошибкам. Николай Афанасьевич Макаров, руководитель Департамента Республики Саха-Якутия по охране объектов культурного наследия. Историк по образованию, ныне курирует осуществление государственной политики в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия в Республике Саха-Якутия. Что значит историческая память для общества сегодня? И как повысить сознательность общества по отношению к памятникам? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели — это те, кто считает, что памятники представляют общественную ценность, и потому все бережно относятся к ним. Акты вандализма встречаются, но это не столь часто. Реалисты же считают, что памятники — это важно, но не все одинаково бережно к ним относятся. Все чаще люди не ценят и не понимают значения таких объектов. Поэтому необходимо менять подходы формирования бережного отношения к памятникам у общества. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующей. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. И реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. При этом мечтатели будут справа, а реалисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Руководитель департамента по охране объектов культурного наследия. Идейный защитник культуры и духовности. Историк и госслужащий. Николай Макаров. Здравствуйте, проходите. Здравствуйте, присаживайтесь. Николай Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли немного рассказать нам о себе. Меня зовут Николай Макаров. По образованию я историк-политолог. Я выпускник Якутского государственного университета, исторического факультета 2003 года. Но уже более 18 лет я в муниципальной и государственной службе. В свое время я был заместителем главы администрации муниципального района Хангаласский улус, заместителем министра культуры и духовного развития республики. А сегодня я возглавляю департамент по охране объектов культурного наследия республики 4,5 года. А также я преподаватель Института языка и культуры Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Как краевед я интересуюсь вопросами гражданской войны в Якутии 1921-1923 годов. И сегодня я представляю большое количество общественников, государственных служащих, руководителей, краеведов, историков, которые занимаются восстановлением и охраной объектов культурного наследия. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, это будут быстрые вопросы от нас и быстрые ответы от вас. Так, первый вопрос. Считаете ли вы себя примером для других? Нет. Оцените качество работы, которую вы проводите. На четверку. Как началась ваша публичная деятельность? Я был активным общественником во время студенчества. Я был заместителем председателя профсоюзов университета. Я был заместителем вице-президентом общества молодежи ТОБУЛ и возглавлял общество землячества в то время. Это было середина 90-х годов. И с тех пор я занимаюсь непрерывно общественной деятельностью и до настоящего времени. Культура и духовность – это то, на чем вы специализируетесь. Оцените, насколько развита культура и духовность у современной молодежи, по вашему мнению. Мне есть с чем сравнивать. Почти 20 лет я занимаюсь этим вопросом, и я на сегодня считаю, что развивается культура и духовность. И, допустим, я был студентом с середины 90-х годов, и что мы имеем сегодня, это две большие разницы. Плюс нынешнему поколению.
Понимает ли при этом молодежь в достаточной мере важность сохранения исторической памяти? В основном понимает. Но нужно иметь в виду, что мы понимаем под восстановлением охраны культурного наследия. Это есть и активная охрана, есть более такое, мы его называем популяризацией, то есть более пассивная охрана. Но в целом они понимают. Почему охрана объектов культурного наследия актуальна именно сегодня? На самом деле, по охране объектов культурного наследия актуально было всегда, потому что еще в период гражданской войны, после установления советской власти, это с начала 20-х годов, появились первые органы, которые начали заниматься охраной памятников. В республике нашем появился отдельный орган только в 2016 году, но до этого непрерывно шел процесс охраны культурного наследия. То есть государство, общество всегда понимало, что охрана памяти, охрана культурного наследия, это является одним из основ нашей цивилизации. А как родные относятся к вашей деятельности? И встречаете ли вы какой-либо негатив от окружающих по отношению к тому, чем вы занимаетесь? Нет, абсолютно никакого негатива. И все мои родные, близкие, друзья поддерживают, чем мы занимаемся, и готовы помочь всегда. А встречали ли вы заблуждения по поводу своей работы? Да. Какие? В основном непонимание. Непонимание, допустим, мы сталкивались с тем, что даже, может быть, должностные лица не понимали между культурным наследием и некультурным наследием, между памятником старины и новоделом. Мы с ним встречались, но таких примеров все меньше и меньше, и в последнее время их фактически нет. Так, Николай Афанасьевич, сегодня перед вами кто постарается узнать вас немного поближе, ну и пообщаться на сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились мечтатели. Это те, кто считают, что памятники представляют общественную ценность, потому все бережно относятся к ним. А акты вандализма, которые встречаются, это единичные случаи. Слева же от вас расположились реалисты. Они считают, что памятники – это важно, но не все одинаково бережно к ним относятся. Все чаще люди не ценят и не понимают значения таких объектов, поэтому необходимо менять подходы формирования бережного отношения к памятникам у общества. Сейчас мы обращаемся к вам, к нашей аудитории. Друзья, поделитесь, почему оказались с той или иной стороны, чем обусловлен ваш выбор. Давайте начнем со стороны мечтателей. Ну, все хорошо с этими памятниками. Вот эти вот случаи вандализма, они очень редкие. И из-за этого я выбрал эту сторону. Памятники стоят и стоят, да, скажи? Стоят и стоят, да. Спасибо. Я в первую очередь разделяю именно на умышленные и неумышленные, как бы, осквернения памятников культуры. И если вот как-то по своему опыту сказать, то... Ну, я своими глазами видел, то, что неумышленное осквернение памятников культуры, оно более распространено у нас в городе. То есть это как? Это, ну, окурки, там, мусор и так далее, и так далее. Это я считаю, ну, как бы, таким косвенным осквернением. И, соответственно, такое распространено, и это как-то нужно, не знаю, искоренить. Да, искоренить. Вот культурные объекты, они защищаются на самом деле законом. Из-за этого они, то есть если мы там вандализмом будем заниматься, то это все равно наказывается законом. И закон, соответственно, ограничивает общество. В этом. Да. Считаю, что памятники все-таки слишком часто подвержены актам вандализма, потому что тем более есть такие памятники, которые, ну, не справить, если их испортить. Это, например, памятник археологии, это как человек, ну, так или иначе занимающийся этой деятельностью, очень как-то трепетно отношусь к этому вопросу. Вот. Культурное наследие — это довольно обширное понятие, и не стоит все сводить к одним границам. То есть есть разные виды культурного наследия, нематериальные, природные, и есть разные уровни культурного наследия. Может, допустим, что-нибудь внесено в всемирное наследие ЮНЕСКО, допустим, природный наш объект, Ленские столбы или не, материальное культурное наследие — это наше Олонхо. И вот каждому виду культурного наследия есть свое понятие вандализма. То есть, допустим, кто-то может подойти вот вплотную к памятнику, там нарисовать что-нибудь, а кто-нибудь может, допустим, в интернете как-то осквернять нематериальное наследие нашей страны. Портить памятники — это преступление, но так как это наказывается законом, не думаю, что много кто будет думать об этом.
законы, они, конечно, работают. Там есть очень много статей, очень много каких-то, ну, тех людей, которые занимаются надзорной деятельностью. Есть такие памятники, которые просто стоят и просто сами разрушаются, даже без вандализма. Это, например, памятники зодчества. То есть мы будем очень много говорить на тему того, что надо защищать их, надо их оставить, но там живут люди в этих памятниках. И что с этим делать, я бы хотел спросить у вас. Бережно защиту культурного наследия преподают даже в школе детям, объясняют и показывают. Угу. Еще одно мнение давайте послушаем. Некоторые наши сограждане, может быть, они хорошие люди, но есть откровенные люди, которым на эти исторические памятники наплевать. И вот именно вот эта, вот сама вот эта деструктивная мысль меня очень коребит, как обычного гражданина. Что ж, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Николаю Афанасьевичу. С вопросов мы начнем со стороны мечтателей. А дорого ли содержать памятники? Дорого. Дорого. Туда, когда мы говорим о содержании памятника, мы имеем в виду как налоги, как благоустройство, как ремонт, реставрация. Это довольно-таки сложный и дорогой процесс. Спасибо. А целесообразно ли это? Целесообразно. Потому что мы, когда восстанавливаем и содержим памятники, мы содержим не просто памятники, а конструкцию материала, которым 150 как минимум лет, несколько веков. Соответственно, они постоянно будут нуждаться ремонтах, текущем содержании бережливом. Это само время такое требует. Пожалуйста, вопрос со стороны реалистов. У меня был вопрос касательно вот памятников зодчества. Ага. Их у нас довольно-таки много, да, уже осталось. Их, конечно, сносят, но надо сохранить хотя бы оставшиеся. Но проблема в том, что в них живут люди. Они живут в ужасных условиях, в аварийных, у них дома типа в аварийном состоянии находятся. Что вы планируете с этим делать? Во-первых, мы с каждым собственником памятника заключаем так называемое охранное обязательство, где попунктно идет требование к содержанию памятника. Будь то это монументальное искусство, будь то это зодчество, памятник зодчества. Есть еще пункт, когда собственник ненадлежащим образом следит за своим памятником, и когда возникает реальная угроза утери этого памятника, департамент имеет право подать в суд и изъять данный памятник. Пока у нас в республике таких прецедентов не было, но я могу вспомнить ряд моментов, когда мы готовы уже пойти в суд и ставить вопрос об изъятии памятника и передаче следующему собственнику, который будет больше следить за этим объектом. То есть в 73-м федеральном законе там четко прописывается, в каких случаях, какие действия должен предпринимать орган охраны объектов культурного наследия. Вплоть до изъятия из собственности. А достаточно ли хорошо сейчас ведутся исследования объектов, на которых есть петроглифы, допустим, Сурукта-Хая, потому что в этом объекте можно проследить историю вообще всего народа Саха, да? И вот этот вопрос очень интересный, и чтобы понять наши корни, язык, еще там вроде иероглифы нашли, которые там еще читаются как священное слово и так далее. И если изучить все эти обряды, то можно иметь хорошее представление о религии, ну, древних людей, которые жили во время Бронзового века на территории Якутии. Да, вот то, что вы сказали, это одно из священных мест Якутии, и они очень почитаются и охраняются законом. Так одно такое место находится в Алекминском улусе, свыше 2 километров сплошных писанниц. Они были в свое время очень подробно изучены академиком Окладниковым еще в 40-х годах. Но один момент. Департамент культурного наследия охраняет, а ученые изучают. То есть я, например, как чиновник, их охраняю, но не изучаю, потому что они были уже изучены. И еще другой момент. Окладников в свое время там нашел 126 различных рисунков и ансамблей рисунков. На сегодня, в 2019 году, я сам лично там был, смотрел, я там нашел, обнаружил 26. То есть идет разрушение, потеря этого памятника. Но там мы сталкиваемся с такими сложными моментами, что изменение климата, то есть повышение увлажняемости, движение горы, все негативным образом влияет на эти писанницы. Мы тогда ставили вопрос
об охране и даже, может быть, переносе данных объектов, но целую гору или даже часть горы мы не сможем перенести. Речь идет о копировании этих объектов. И сегодня, к сожалению, мы отмечаем, что в нашей стране, даже в международном сообществе, не нашел эффективных механизмов полностью защиты этих петроглифов, этих рисунков. Каково состояние памятника мужской прогимназии по улице Ярославского? А вторая часть – это возможно ли восстановить, отреставрировать здание инженерно-технического факультета тоже по улице Ярославского? Эти два объекта возможно восстановить. Сегодня готовится проектно-сметная документация восстановления этих двух объектов. И мужской прогимназии, и реального училища. По завершении проектно-сметной документации мы намерены уже заняться поиском источников их восстановления. Там мы сталкиваемся с огромным количеством сложностей. Например, если вы заметили, между этими объектами, между которыми около 50 метров разницы, еще посередине стоит шахта Шергина. Больше 120 метров в глубины этой шахты, а этот объект является памятником федерального значения. То есть статус один из самых высоких в нашей республике. Соответственно, когда мы будем ремонтировать вот эти реальные училища и мужской прогимназии, мы должны сделать так, чтобы вот этот памятник, шахта, не разрушалась. И мы изучаем технологии, способы их ремонта, чтобы угроза не возникла, в конце концов, для этой шахты. И это долгий процесс. Я думаю, что в текущем году мы уже до лета закончим проектно-сметную документацию мужской прогимназии. А реальное училище, надеюсь, что в следующем году уже будет готово. И мы приступим уже к поиску средств их восстановления. Пожалуйста, вопрос со стороны мечтателей. Сложно ли охранять памятники культурного наследия? Сложно. Мы работаем с множеством норм, законов, положений и так далее. Например, мы работаем над градостроительным законом. Мы изучаем все земельные законодательства, изучаем уголовные административные кодексы, 73-й федеральный закон, 33-й федеральный закон о природном наследии. То есть это междисциплинарная наука, и мы, когда защищаем, приводим все эти нормы движения, чтобы защитить тот или иной памятник. И еще второй момент. Всегда сложно психологически привлекать человека к ответственности. Это да. Когда мы подаем в суд и привлекаем человека, обвиняем в чем-либо, штрафуем и так далее, это психологически всегда сложно, но мы вынуждены этим заниматься. Периодически возникают уголовные дела, постоянно административные дела и так далее. Это тоже для нашей работы не есть приятный момент. Какую вы оценку даете по сохранности объектов культурного наследия, памятников в городе Якутске? Ну, если по пятибалльной системе, я бы дал тройку. Тройку, потому что мы на сегодня при всех наших стараниях имеем очень много памятников, находящихся в таком неудовлетворительном состоянии. Дело не касается монументальных памятников. Допустим, в этом году мы восстановим памятник Ленина. В конце концов, отремонтируем памятник Дежнева, чтобы этого нам не стоило. Но такие памятники архитектуры, как реальные училища, уже указывающиеся, мужская прогимназия, огромное количество домов в Залоге, Жатае, Мархе, они требуют своего собственника и ремонтных работ. Насчет этого нам еще предстоит очень долго и тяжело работать. Пожалуйста, еще вопрос. А как сильно изменится статус охраняемости культурного объекта, если его внесут в список всемирного наследия ЮНЕСКО? Очень сильно. Очень сильно. Это будет уже международный статус и будет охраняться на международном уровне. Как пример, наш парк, природный парк Ленские столбы. Но он охраняется как природное наследие. А на сегодня таких объектов, которые могли бы стать наследием ЮНЕСКО, у нас пока нет. Мы сейчас думаем, если бы мы не потеряли свое время надвратную башню Ленского острога, в 2002 году он сгорел, и могли ли мы сейчас его сделать наследием ЮНЕСКО, вот вопрос стоит, и многие другие объекты в том числе. Но если бы такой объект у нас появился, это был бы очень большой плюс для культурного и исторического наследия Якутии. А его же можно как смешанный объект хотя бы в предварительный список внести? Теоретически мы можем попробовать любой объект попытаться внести в наследие ЮНЕСКО. Но
Это решается не правительством республики и не департаментом культурного наследия, это решается экспертами. То есть несколько экспертов они приходят и приводят к, должны прийти к единому мнению, что это должно быть наследием ЮНЕСКО. И, соответственно, мы должны уже нанять экспертов, но они очень часто отказывают. Так что, если, кстати, очень хорошая мысль, возможно, этот вопрос как-нибудь поставим и постараемся. Но тут автоматически нужно иметь в виду, я уже сказал, что очень многие образцы писанец там уже утеряны. То есть просто там песчаник, известняк, и он постоянно падает, и постоянно идет угроза. И когда мы гипотетически взяли бы его как наследие ЮНЕСКО под охрану, завтра же встал вопрос бы эту гору закрыть для посещения и сделать из него, например, саркофаг. А это сложный процесс, заметьте. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Такой вот вопрос касательно специфики нашего региона. Не секрет, что в наших лесах огромное количество, ну, есть определенное количество, вот, скажем так, сакральных мест. В частности, попадают ли под, скажем так, классификацию исторической памятники такие моменты, как захоронение шаманов? И что правительство Якутии или же правительство Российской Федерации с этим, ну, с этими шаманскими захоронениями могут сделать, как вы считаете? Мы на сегодня уже имеем несколько примеров взятия под охрану шаманских памятников. В Нюрбинском улусе, Медино-Хангаласском. Вот в прошлом году мы взяли под охрану одно захоронение в Кабейском улусе. То есть они есть, и мы их охраняем. Но когда мы говорим охрана захоронений, будь то это шаманских, военных и так далее, мы охраняем что-либо. Или мы охраняем надгробные сооружения, или мы охраняем сами кости. Соответственно, допустим, есть захоронение четы Прончищевых. Вы наверняка знакомы, знаменитая чета путешественников. Они погибли на территории Булунского района, около села Усть-Оленёк. Так мы охраняем их кости, а не наружное сооружение. И, соответственно, по шаманам то же самое. Мы их охраняем, но тут возникает такая коллизия. Местные общественники, местные власти, когда идет вопрос о сохранности этих объектов, мы требуем у них восстановления этих объектов. Если что-то упало, мы требуем, чтобы они его подняли и поставили на место. Они абсолютно не хотят ни дотрагиваться, ни тем более восстанавливать эти объекты. С этим мы постоянно сталкиваемся. И тогда вопрос возникает уже действия закона. Мы прямо-таки через суды требуем, чтобы они их восстанавливали. Такие прецеденты уже пошли. Мы будем подавать в суды, прокуратуру, чтобы они вынуждены все это восстанавливали. В конце концов, мы же их должны содержать. Но тут уже мы противоречие с национальной якутской традицией. О юному архадербабуллабди. Недавно всплыла такая новость про парк юрского периода, динозавры, которые жили в минусовом градусе. Есть ли у них шанс стать наследием ЮНЕСКО? Возможно. Я думаю, что возможно. Тем более мы работаем с Министерством охраны природы нашей республики, когда у них есть проект, которых будут реализовывать, и наверняка они будут выдвигать его как наследие ЮНЕСКО, как геопарк. Ленские столбы, территории, там множество захоронений доисторического времени, и они хотят его взять под охрану, как природное наследие. Мы им в этом помогаем, потому что в этих парках еще и находятся археологические памятники, писанницы и так далее. И очень хотелось бы, когда документы соответствующие будут подготовлены, чтобы мы подали заявку на их признание наследием ЮНЕСКО. Ну и вопрос со стороны реалистов. Как вы сказали, что охранять культурные объекты, ну, бывает очень сложно. И мера пресечения, например, да, она имеет, конечно, расходы. Ну, и, собственно, это, конечно, имеет сложности, и, по моему видению,
Я считаю, что надо работать на перспективу. А что работает на перспективу? Я думаю, что это как раз-таки воспитательная часть общества, именно духовное образование, чтобы люди, они могли как-то культурно иметь какую-то осознанность и как-то воздержаться от осквернения культурных объектов и так далее. И, собственно, у меня по этому поводу такой вопрос. Находится ли в вашем ведомстве именно работа, такая духовная часть работы с обществом, то есть информационная часть, и какие методы и подходы вы имеете? Кстати, очень интересный вопрос. Мы в департаменте культурного наследия работает 11 человек. Подведомственные учреждения, структурных подразделений нет. Вот 11 человек работает и помогают ему общественники. Среди этих 11 человек есть люди, которые занимаются популяризацией объектов культурного наследия. То есть законодатель, опять же, различает вопросы сохранения и популяризации. То есть это не одно и то же. Например, мы когда ремонтируем, реставрируем и проводим памятники, как определенная работа, это называется сохранение памятника. А когда проводим выставки, фестивали, снимаем фильмы, издаем книгу о памятниках, это и есть популяризация. Соответственно, эти два понятия, хотя и общие, одно с другим связано, но мы их твердо различаем, потому что если будем бесконечно популяризировать памятники, они будут как разрушаться, так и разрушаться. А если будем постоянно ремонтировать только ремонтом памятников, то люди будут и не знать, что, почему мы их ремонтируем, и, соответственно, мы параллельно занимаемся популяризацией. Соответственно, очень много времени мы уделяем. Мы проводим выставки и в районах, и в республике, и в Москве все эти выставки отправляем. Проводим научно-практические конференции, очень большие и значимые. Проводим круглые столы и постоянно работаем с национальной нашей вещательной компанией, чтобы снимать передачи. Вот сегодня мы популяризируем памятники. Снимаем передачи, занимаемся популяризацией. Это очень важно. Так что эти два понятия будут у нас всегда вместе, и мы будем этим постоянно заниматься. Но, с одной стороны, привлечение к ответственности нарушителей – это тоже популяризация. Потому что если возбуждаем уголовное дело, идет резонанс, и другие люди уже понимают, что, оказывается, нельзя так поступать или можно так поступать, чтобы получить тот или иной объект. Так что работа это непрерывная. Интересный подход, да? Спасибо. Давайте поаплодируем. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Проводится ли достаточная работа по сохранению памятников? Я скажу, сильно так не ухаживают за памятниками. Объект состояние очень плохое. У нас тоже деревни тоже есть, да, памятник один, для победы. И она тоже, по-моему, не очень в хорошем состоянии. Скорее всего, надо общаться с людьми через те, через ТикТок, через вот эти направления, да, которыми этот, чтобы правительство, если хотелось об этом задумываться, да, вот об этих, о молодежи думать, оно должно в эти сферы влияния на молодежь вливать денежные средства, потому что сами они ничего делать не будут, к сожалению, но они могут повлиять с помощью молодежи, которая имеет влияние на молодежь. А как вот привить нашему обществу бережное отношение к памятникам? Тут, я думаю, с самого детства все закладывать надо, что нужно беречь вещи и так далее. Тогда все нормально. Этим нужно заниматься? Это как-то конкретно не могу назвать, но все это как-то связано с нашим отношением к мелочам и так далее. Как привить нашему обществу бережное отношение к памятнику? Памятник – это память, ценность о событии, о человеке. И надо как-то, чтобы люди понимали важность этого события. Без этого понятия все равно никак, наверное. В нормальном состоянии вроде бы как. Но Площади Победы, возможно, еще не очень, что там всякие надписи, допустим. Как вы считаете, как привить обществу бережное отношение к памятникам? Проводить, наверное, больше каких-то профилактических разговоров с молодежью особенно. Друзья, как мы видим, из опроса есть на самом деле разные мнения, которые касаются как и
работы по сохранению памятников, так и тому, что должно подталкивать общество к бережному отношению к памятникам. Давайте зададимся вопросом, этими вопросами и сами. Как вы считаете, проводится ли достаточная работа по сохранению памятников и что должно подталкивать общество к бережному отношению к ним? Осознательность того, то, что вообще типа вот понимать то, что есть такие понятия, как памятник историко-культурного наследия. То есть, например, мы имеем в виду не только монументальные объекты, мы имеем в виду, как я и ранее говорил, типа памятники зодчества, памятники вот, ну, наскальных рисунков. Люди вот реально не понимают, что это памятники, которые охраняются законом. Некоторые какие-то архитектурные сооружения, то есть ну, каменное здание ну, 20 века, и что с ним? А на самом деле это памятник, который сохраняется всеми видами законов. За ним просто огромное количество разных органов надзирает за этим памятником и защищает их. Окей, спасибо. Давайте еще мнение послушаем. Я бы хотел сказать, что вообще памятники охранять трудно, потому что ну, если к ним есть доступ человека, потому что человек, ну, даже если он не хочет, он все равно будет так или иначе воздействовать на памятник. То есть мы же, например, знаем какие-нибудь памятники, допустим, из бронзы, которые, ну, много людей ходят, гладят, вот это вот. То есть даже если человек не хочет его как-то разрушать, повреждать, то это все равно будет, потому что людей много ходит на такие вот места, допустим. Ну, если это популярное место. А что делать? Ну, я думаю, что, да, самое сложное — это все-таки оккультуровать людей, то есть как-то образовывать их больше, потому что акт вандализма — это, конечно же, от того, что ну, человек не особо образован, скорее всего, от того, что ну, человек не понимает, что это ценная вещь, не понимает, что она будет служить не только ему, не только его поколению, но и дальнейшим его, возможно, даже потомкам. Угу. Недавно еще произошел большой ажиотаж по поводу того, что вандалы отпилили фрагмент памятника Дежневу и Абакаяде. Почему сегодня, в наше время, мы сталкиваемся с подобными ситуациями? Если проследить всю нашу историю, в том числе нашей республики, то периодически такие моменты и раньше возникали. К сожалению, возникают до сих пор гораздо меньше, чем в прошлом, но они возникают. Мы можем только догадываться мотивы человека, который это сделал. То есть человек не поленился, аккуратно в угодно праздники пришел с инструментом и долго его пилил, потому что бронза — это такой материал, это его не сломаешь. И прямо я видел, лично трогал все это, и прямо такой человек основательно, с мотивацией делал это. Я могу только догадываться, почему он делал. Но вот когда поймаем, он нам объяснит цели и мотивы своего поступка. И мы работаем в этом отношении. Вы заставите его извиняться на камеру? Вы заставите его сняться на камеру? Ну, смотрите, я лично не заставлю. Возможно, это вообще следственное действие. Это возможно, это делают общественники. Да? Прерогатива органов, ну, и определенных общественников. А если было бы это не уголовное дело, а административное дело, то этим вопросом бы я занялся. Николай Афанасьевич, какой совет вы бы хотели дать нашей сегодняшней аудитории? Как и преподаватель, как и человек, отец молодых людей, я всегда интересуюсь мнением молодого поколения. Это важно, это очень важно. Мало того, стараемся следить за их тенденциями, культурой, веяниями новыми. Это очень важно. И я искренне рад, что мне сегодня удается вас выслушать. И еще один момент. Мои коллеги, комрады, как мы уже решили, да, высказали свое мнение. Но учитывайте, коллеги. Допустим, мы очень много внимания сейчас уделяем памятнику Дежнёва, да? Да, это плюс такая тенденция, потому что мы потеряли такие ценные памятники своего времени, очень ценные. Мы восстановим часть памятника Дежнёва. То есть мы этот памятник не потеряем, но мы уже потеряли бесценный памятник. Допустим, никаких разговоров такого уровня, как сегодня мы ведем, не велось, когда мы потеряли башню ТГН, так называемую, надвратную башню Якутского острога 1682 года постройки. Мы никаких разговоров и никаких статей не опубликовано было, когда потеряли соляную лавку, когда потеряли оригинальное здание Кружала. Это были бесценные памятники. И их мы потеряли относительно недавно, лет 20 назад. А вот сегодня мы с вами уже думаем, и меня в том числе критикуют, то, что я камеры там не поставил, в том числе и по памяти. Это на самом деле большой шаг вперед. Поэтому я всегда
своим коллегам молодым советую бесконечно развиваться. Учиться, развиваться, читать, критиковать, выслушивать критику. Это бесценный долгий процесс. Ну что ж, друзья, наступил момент истины. Поменялось ли ваше мнение? Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. И реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Угу. Поэтому, друзья, определяемся окончательно со своей позицией. Ну и на счет три можно будет перейти. Так, раз, два, три. Остались при своем мнении, да, ребята? Николай Афанасьевич, мы знаем, что вы подготовили презент для лучшего участника. Кого вам бы хотелось сегодня отметить? Мне понравился вот молодой человек с краю. Mm-hmm. Именно то, что он опирался на действующие законы. Сразу видно, типа, по терминологии, которую он использовал, он подготовился основательно и прочитал закон. И даже некоторые нормы охраны памятников археологии, это очень похвально. Я вот отмечаю его. Николай Афанасьевич, пожалуйста, вам слово. Небольшой подарок. Учитывая то, что мы имеем дело с молодыми, и мы постарались для вас подготовить подходящий подарок, это у нас станция Light. Давайте поаплодируем. Пусть этот подарок будет приносить вам удачу и полезным для вашей деятельности. Пожалуйста, пару слов тебе, представься. Меня зовут Охловков Валерий, я магистрант второго курса Дальневосточного федерального университета. Занимаюсь археологией с первого курса, являюсь членом студенческого археологического отряда «Диринг». И, ну, каждый год занимаемся, так сказать, активной уже охраной памятников культурного наследия. Друзья, сейчас мы приглашаем вас всех подняться сюда, для того, чтобы мы еще могли пообщаться друг с другом, ну и с нашим гостем Николаем Афанасьевичем. Пожалуйста, поднимайтесь. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. С вами была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока! Формат очень сильно понравился. Я смотрел другие передачи «Я молодой», и некоторые высказывания ребят, и сегодня были очень дельные, хорошие высказывания. Я искренне желаю, чтобы молодые люди не останавливались на этом и дальше продолжали себя развивать. И эта передача вам и мне, в частности, поможет в этом.